Всем привет! Сегодня будет проходить первый челлендж, где будут противостоять представители волейбольной команды и представители баскетбольной команды. Меня зовут Иван Кузуб, я представляю сборную по баскетболу РГУФ «Смит». Меня зовут Мухин Илья, я представляю сборную РГУФКа по волейболу. Наш челлендж делится на три этапа, в ходе которых каждый из спортсменов посоревнуется с оппонентом в своем виде спорта, а также в нейтральном для обоих участников спортивном состязании. Для победы спортсменам достаточно победить в двух из трех челленджах. Проигравшего участника ждет наказание. Пожелаем им удачи и вперед! Вот сейчас пройдет баскетбольный челлендж, и первый бросок спортсмены будут наносить из-под кольца, второй на штрафной линии и третий на трехочковой. В случае ничьи спортсмены будут наносить бросок с другой стороны щита до первого попадания. В этой сложной и напряженной борьбе победу нас одержал Иван. Ура! Сейчас проводим второй волейбольный челлендж. Нужно попасть в баскетбольный щит в маленький квадрат. Подача из трехметровой линии. В этой трудной битве победила сборная волейбола. Ура! В последнем челлендже наши спортсмены будут соревноваться в тараканьих бегах. И суть этого челленджа – опередить своего соперника и добежать до штрафной линии. Ваня, сегодня ты одержал победу. Какие твои впечатления? Я очень рад. Ждем следующего челленджа. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока.